Всем привет, вы на канале Слава Брайтон Let's Play. Мы продолжаем с вами проходить Doom Eternal. У нас с вами задание. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно сейчас отправляться на Тарас Набат. Портал назначения подтвержден. Значит, отправляемся туда сейчас. Будем опять же сражаться с полчищами демонов. Мы должны получить горнило. Так, помчали. У нас сейчас... Итак, Тарас Набат. После смерти жрецов кровавый ритуал потерял свою былую силу, но Кан Созидательница не утратила надежды поглотить землю с помощью иконы греха, чью чудовищную силу она хочет подчинить своей воле. Лишь клинок горнила может остановить ее. Клинок вы найдете в городе Тарас Набат, там, где началась ваша легенда. Итак, нам нужно найти клинок горнила. У нас сейчас, по-моему, какой-то клинок питает наш корабль, нашу станцию, потому как там рубанули электричество за неуплату, скорее всего. Злые силы. Так вот, Тарас Набат. Пошли. Горнило до сих пор в теле Титана, напавшего на этот город стражей. То была ваша первая битва с демонами в этом мире. Там, откуда пошла легенда о палаче. Итак, получите горнило. Ух ты, смотри. Это Тарас Набат город. И там где-то в нем горнило. То есть меч. Ох, блядь, допрыгнул, надо же. Я думал, не долечу. И снова мы читаем информацию. Тарас Набат, жемчужина Аргент-Днур. Веками город был духовным и политическим центром империи. Здесь же находилась резиденция правящей семьи. В строительство города были вложены баснословные суммы, так что каждую улицу украшали колоннады и прекрасные статуи богов и правителей. Из сельской местности в храмы творцов тянулись паломники. Тарас Набат стал эпицентром массированной атаки демонов. И хотя захватчиков удалось остановить, это нашествие оставило неизгладимый след на обществе Аргента. Ага. Ну вот уже первые клиенты наши на подходе. Да ты что делаешь, а? Сейчас мы их всех попилим тут. Во, а вот этих уже надо валить. Тихо. Не догонишь меня, мудак. Все, отлично. О, вот этого надо валить. Первым делом. Это очень опасный клиент. Здорово. Как тебе такое, а? Есть. Что может быть лучше моего пулемета, а? Раскладного. Так, вот сюда нужно ударить, правильно? Так, и сюда тоже. Ага, ударить одновременно, чтобы они вместе, да? Во. Теперь это дело открылось, хорошо. Блять! Что ж это было-то такое, а? Это ж босс, блядь! БФГ против него не сработало? Да вы издеваетесь. А есть что-нибудь помощнее? Его щит защищает от БФГ, представь. Охренеть, охренеть. Уходим. Ракету давай. Братан, мы с тобой уже как-то разбирались, а? В этой игре. А, он меня сейчас убьет. Валим отсюда. Пили его. Нам нужно срочно боеприпасы. Ах ты, блядь, топливо. Да что ж такое? Блядь, он меня задолбал. Топливо для пилы. Хорошо, отлично. Так, от босса нужно уходить. Когда у него глаза зеленеют. Нужно атаковать тогда. Блин.
собака вонючая, а? Давай. Чуть помощнее такое. Хорошо. Ох ты ж, блин! Быстрее! Уходим. Да ты посмотри, что творит, а? Быстрее! Быстрее, быстрее! Все, отлично, я его убил. Козел, а козлина, вот мразь. Так, великий город Тараснабад. Место первой описанной атаки демонов в Аргент-Нур. В скрижале Хорокса сказано, что город был бы потерян, если бы не пришел палач. Так, стой. Как мне туда вообще? А, все, я понял. Ты мразь, а? Нормально, хорошо. Да, немножечко задержал он нас. Время отнял много этот ублюдок. Пришлось много на него, конечно, потратиться. И жизнь одну просрал. Но у меня еще одна в запасе есть. Так, а куда? Вниз, что ли? А какой смысл было сюда прыгать? Давай вниз прыгнем. Ага, нельзя вниз. А куда? Подожди. Ну это понятно, вот туда. А что дальше-то? Может, не надо было сюда вообще? Так, а здесь больше некуда. Здесь больше реально некуда идти. Ладно, пошли туда. Значит, все-таки где-то там. Не зря мы этот ход открыли. Хорошо. Где-то здесь должен быть какой-то рычажочек. Может быть, вот... А, так все, ёпт. Все. Ты падла. Сука! Мразь, а! Вот я не ожидал, да, что он сейчас появится. Вообще. Только залез, и тут же на тебе, жирный, а. О, спасибочки. Вот это сейчас самое то, самое мне нужно. Жетон претарианца. Сколько у меня их? Три. О, три, хорошо. Три я могу сделать осколочную гранату. Взрывное оглушение. Граната взрывается... вызывает второй более обширный взрыв, который не наносит урона, но дезориентирует демонов. Могу, значит, вкачать ускоренное восстановление криогранаты. Значит, вечная мерзлота. Демоны дольше находятся в замороженном состоянии. И могу сделать исследование. Искатель предметов. На карте отмечаются все предметы для развития. Нет, не хочу. Давай осколочная граната. Вот это. Нужно будет подсобирать, наверное, до 4. Потому что тут то, что осталось по цене за 3, оно не особо интересно. Да, уже... Вот, осколочные гранаты за 4. Кассетные гранаты из демонов, убитых взрывом. Гранаты выпадают... взрывом гранаты выпадают кассетные гранаты. Что еще по гранатам? Подсумок для гранат позволяет стрелять дважды без перезарядки. Вот, это хорошо, да. Но нужно будет 5 штук. Основные функции: убивай и беги, зарядка бустера после зверского убийства. Да, все это мы будем прокачивать. Точнее, искать... жетоны брони претарианца. Это кто? А, чё-то статуя стоит. Я подумал, это еще очередной босс какой-то огромный. Давай посмотрим, что здесь вообще есть. Так, здесь клетка. Здесь что? А, ну здесь арена. Хорошая такая большая арена для знатной битвы сейчас будет у нас. Я понял. Здесь закрыто. Ух ты, посмотри, они уже... Уже они меня... Так, давай что-то помощнее, помощнее. Ух ты ж, блядь!
А чё они красные? Блядь, подожди, здесь где-то... Здесь это тотем. Сука. Здесь тотем где-то. Надо тотем срочно уничтожать, потому что... Так, чё, жетон какой-то увидел. Блядь, ну писец, представь, завалили, замочили. Короче, здесь есть тотем, и его нужно срочно уничтожить. Сначала его, естественно, найти, потом уничтожить, иначе они здесь очень быстрые. Они настолько быстрые, что обосраться можно будет. Так, сколько у меня жетонов, подожди. А у меня 13 жетонов. Подождите, ребятки, one sec, please. Так, здесь я все вкачал. Здесь я тоже пулемет полностью прокачал. Нет, стой. Ускоренное... Это же не пулемет. Да, это пулемет. Значит, таран. Столкновение с демонами-воителями дезориентирует их. Время перезарядки энергетического щита уменьшено на 37%. Но я редко использую сам этот щит. Поэтому давай что-нибудь другое. Так, вот здесь можно прокачать. Полная скорость. Значит, да, 6. У меня еще 7 останется. Так, есть, прокачали. Мощный взрыв установлен. И теперь вот это вот, смотри, всплеск энергии. При максимальном заряде модификация жнец выпускает волну, дезориентирующую врагов. Быстрые цепи. Серп жнеца заряжается быстрее на 20%. А у меня получается... Ну давай вот это вот вкачаем, получается. Так, все. Хорошо. Где он мой... Серп жнеца, вот он. Так, давай, искать, короче. Искать. Срочно искать, где находится... Тотем гребаный. Блядь. Твою мать, а! Ищем, он где-то здесь. Так, здесь опасно. Твою мать! Наконец-то эту мразь завалил, падла! Фу, все! Наконец-то, блядь, как он меня заебал! Так, все, теперь убиваем их. Они теперь все нормальные, не бешеные никакие. Обычные. Потихонечку их валим, не торопясь. Но это было, конечно, жопа. Какого-то ублюдка завалили жесткого. Все, теперь можно расслабиться, ни о чем не париться вообще. А их вообще никого нет. Ах ты мразь, блядь. Очки оружейника, наконец-то. Вся ваша сила, весь ваш гнев и ярость не помогли вам тогда спасти этот мир. Но с землей все будет иначе. Так, надо забрать батарею. Как ее забрать? Как она открывается? Ну, сука! Мудак. Так, там еще очко претарианца. Так, мне как-то вот туда. Каким хреном? Так, ну вот эта башня отъехала. А, вот, все. Здесь вот кнопочка секретная была. Блять, не могу понять, а? А, вот, ёпта, бассейн открылся. Плавание. Используйте бустер, чтобы пробивать шаткие стены под водой. Блять, тут, оказывается, под водой все открылось. Я бегаю, как идиот, блин. Что здесь под водой, интересно? Здесь же секретики какие-то есть, по-любому. Твою мать! Сука, он начинает захлебываться. Блять, что случилось у него? Что такое? Как отсюда выплыть? Он не выплывает вообще.
Нормально, слышь, а что за хуйня? Здесь главное плавает нормально, а там у него почему-то проблемы были. Что такое? Есть, хорошо. Разбили стену, спустили кислоту. Уже легче. Сейчас нужно как-то отсюда выбраться. Блять, каким хреном? Есть, тут стеночка, ага. Хорошо. А это что такое? Во! Разбил чего-то, да? Где-то что-то открылось. Так, быстро-быстро по кислоте. Быстрее плыви! А-а-а! Фу, есть, успел, хорошо. Сказано, что блядь. Ненависть демонам дала народу Аргент Нур надежду, как дает ее людям земли. Так, что это у нас? Очко претарианца, да? Очко претарианца, не очко, а очки претарианца, блядь. Блядь, это откуда взялся здесь? Ну чё, ребятки, оборзели совсем? Мрази вонючие. Так, валим, валим отсюда. Здесь опасно становится. Чё такие резкие? Опять здесь какой-то хрен вас делает такими, нет? Нет, нормально. Всё, так, давай сейчас разберемся. Не вовремя они так на нас налетели. А, ну у меня только одна, поэтому мы собираем... Сколько? 4, да, мы собираем очков претарианца. Так, а что читать? Сейчас опять будем. История Стражи, часть 10. С явлением палача ночные стражи смогли войти дальше в царство демонов, чем когда-либо прежде. С собою они взяли мощных атлантов, которые... разметывали адские полчища, прокладывая как бы тропу для палача и его воинства. При помощи богини-матери верховные жрецы искали способ попасть в самую потайную местность в обители демонов, и в присутствии служителей Деаговых разверзались новые врата. И не могли враги остановить наши орудия войны, созданные творцами и делавшиеся лишь мощнее от эссенции, которую извергали на нас демоны. И мы теснили их все дальше, на обогренной кровью земли преисподней». Мощью палача добыли мы бесчетные победы, ибо альфа-убийца во главе нашей стаи был смертным приговором для противников. Сердца наши были чисты, а цель благородна. В то же время под покровом тайны, без ведома бойцов Аргента, наша богиня-мать приказала своим жрецам соорудить в землях язычников большие как бы заводы для сбора эссенции для будущего развития. Где кроется корень этого обмана, нам неведомо, ибо всецело мы были заняты... борьбой с адскими полчищами. Могли ли мы так низко пасть, чтобы усомниться в соблюдении обоюдных клятв нашей богини-матерью? Кан-созидательница клялась, встревоженная неожиданным явлением палача. Серафима, который тайно позволил родиться жнецу, более не видели в Урдаке. Быть может, за свой еретический поступок он был изгнан. Неутолимая ярость палача Рока побуждала на битву наши несокрушимые легионы. Но и для Кан-созидательницы появилась своя корысть в том, чтобы поддержать палача. Вскоре открылось, что он сам был святой реликвией и божественным механизмом, явленным в мир с понятной целью — нести низким и подлым слово творцов и карать всех, кто будет ставить другим препоны на пути в Урдак. Сам того не ведая, палач прорубил как бы канал, по которому богиня-мать вытягивала эссенцию и преобразовывала ее без нашего ведома в топливо, которое позже стали называть аргент-энергией. Тем временем палач не касался дел государств. Занятия нашего народа его не заботили. Им двигала единая страсть, коей он отдался всецело — уничтожить демонов и их мир. По причинам неведомым, человеческая речь более не излетала из его уст, хотя, как мы полагали, способности к этому он не утратил. Мы слышали лишь низкий рык, когда он в ярости причинял врагам страшную боль. Многие лета воевал он вместе с ночными стражами на
пышущий огнем земля демонов. Каждый раз, возвращаясь в Аргенднур, видел он множество перемен. Если есть в случившемся хоть капля вины стражей, состоит она в следующем, в боевом рвении. Мы позабыли о нашем народе и не замечали, что наши походы лишь приумножают зло. Нам ведом был лишь один враг, и в борьбе с ним мы полагались на богатство народа Аргента, не задумываясь, однако, каким способом достигнут и какой целью куплен его успех. Какие огромные тексты, а? Можно было их как-то ужать немножечко. Так, в двух словах сказать, кто есть кто, зачем и почему. Нет, как понаписали, как понаписали. Куда это я попал, а? Надо идти. Скорее. Кто это? Есть те, кто захочет нам помешать. Да ладно. Я предлагаю тебе дар. Какой? А, ну да, точно, я вспомнил. Он придаст тебе силу. Дар стать машиной поможет для убийств. Пути. А теперь они будут бояться тебя. Это хорошо. А до этого, получается, они меня не боялись, что ли, да? Вот, нормально. Сейчас опять будем читать. Блять, жизнь. Так давай ее возьмем. Как ее взять? Отлично. Ёпт. Ха-ха. Слышь, а чё я... Как я сюда попал? Как я выберусь отсюда теперь? Нормально, блядь. Ух ты ж твою мать. На, нужно разбежаться вот отсюда. О, охереть. Всё отлично. Вот, блядь, понастроили. Вот понастроили, а. Наконец-то. Божественный механизм. В бесконечной матрице божественного разума, творцов, всевидящего и всезнающего с необычайной чуткостью, просчитываются все вероятности развития будущего, учитывающие все возможные перемены. Божественный разум наблюдает за тем, как эти варианты будущего развиваются, ветвятся и множатся подобно фрактальной структуре в ткани бытия. Среди всех бесчетных множеством возможностей есть лишь одна константа, на которую не влияют меняющиеся варианты. Это разрушитель, который, согласно пророчеству, уничтожит творцов. Валим отсюда, короче. Так, ага, все, я понял, я понял. Хорошо, что они хоть тут опять нормальные, а. Не красные, блядь, это... Сдохни, ублюдок! Спасибо. Есть. Я с тобой, гад, разберусь сейчас. Бля! Почему их так много? Так, нужно их с этой пушкой. Сейчас, сверху лучше, удобней. Намного. А, босс здесь тоже, представь. А здесь есть нычечка какая-нибудь? А, вот, вижу. Уходим. Так, это потом воспользуемся. Сначала догоните меня. Вот он, мразь сильная, а какая? Так, давай наверх туда, наверх. Там есть оружие для БФГ. Где БФГ? Отлично.
Нормально, БФГ подлечила меня. Так, вот этого ножа нужно убрать, козла вонючего. Да идите срать! Задолбали. Все. Обломал рога ему. Так, что тут я еще не собрал? Все собрал? Так, подожди, давай посмотрим. Отсюда я пришел. О, здорово. Один остался, еще один. Нормально. Ладно, пошли тогда. Так, нужно эту топливо. Топливо взял. Так, здесь что? И что? Ну, встал я сюда. Хрен. Короче, нужно что-то активировать опять. Так, туда не идет. Может, мне сюда? Нет, он мне показывает в эту сторону. Но я же вышел отсюда, правильно? Где-то какая-то хреновина опять, да? Может, мне на вот эту залететь нужно? Странно. А что здесь? Так, все, я понял. Нужно повернуть вот этих стражей. Там нужно было стукнуть кому-то по спиняке, я помню, да. Ищем это место. Где нужно было стукнуть? Бля, где это место было-то, а? А, все, я вижу. Вот оно. Так, это один только повернулся, правильно? А их двое. Так, а где вторая такая байда? Нужно же найти вторую. Блять, а где вторая? Че, нужно найти ее сначала, блин. А вот она, кстати. Вторая хрен знает где, подожди, а как туда попасть? Так, вот одна. Блять, а? Ну как туда попасть в нее? Подожди. Должен же быть какой-то ход. Ха-ха. Сука, вот... Нужно, честно, памятник поставить разработчикам этой игры, которые все вот эти головоломки здесь придумали. Вот как туда попасть, а? Вот скажи, пожалуйста. Через верх, правильно? Ну давай, через верх попробуем. Так все ныкать, блин. Это надо еще постараться научиться. Ну, по идее, мне туда. Но здесь же все закрыто. Вот это нахрена? Это чтобы быстро добраться вот сюда, правильно? Так. Что это такое открылось? Я вот не могу понять, что-то открылось, блядь. Где? Ворота, может, какие-то открылись? Ёб твою мать. А что такое? Она еще не заг... Во. Да давай, включайся. Почему она не работает?
Она сломалась? О. Где-то что-то открылось, блядь. Вот, вторая. Блять, надо теперь срочно быстро наверх. Естественно, я не успел, да? Ага, все, я, кажется, понял. Где что открылось? Внизу открылось, правильно? Ебать! Наконец-то, блядь! Мразота. Во, вот этот ключ нужно будет взять. Каким-то макаром. Если получится, конечно. В чем я сомневаюсь? Вот, его нужно ставить сюда. Ну нахера мне туда? Мне туда вообще, честно, не надо. Там эти испытания эти проходить. Я не хочу, это время лишнее. Что показывает карта? А, опять, значит, кислота, да? Опять ныряем, да? Здесь что-то нужно разбить по-любому. Ага, вот. Здесь закрыто. Чё, твою мать? Так, чё разбито? А, всё, я понял. Блять. Ну и что дальше? А, вот, все, вижу. Так, отлично, хорошо спустили воду. Точнее, кислоту. Какая же это вода? Это же гребаная кислота. Так, теперь там нужно... Там нужно теперь что? Открыть. Точнее, выстрелить в... Да. Выстрелить, значит... В одну хреновину. Так, вот здесь это дело. Выныривай, блядь! А что такое? Фу, блядь, мразь вонючая. Все, сейчас... Где-то что-то открылось. Поплыли. Вот, открылись ворота. Давай, перезаряжай. Суперудар. Ха, не работает, сука. Фу, блядь. Суперудар непрокачанный был. Да, с критическим здоровьем туда лезть, конечно, это... Это писец. Давай попробуем. Все, хорошо. Сколько можно спускать это говно? Тут бесконечное, что ли, его множество. Мне аптечка нужна срочно, бля. Куда теперь, а? Сюда, да? Ага, вот теперь куда. Опять какая-то байда открылась. А, спасибо, блядь. А здесь сейчас будет жесткое валилово. Ладно, хорошо, тогда давайте мы на этом остановимся. Я так понимаю, это уже надолго. Хорошо.
Да, в этой серии я жестко намучился, конечно, блин, с этим гребаным демоном. Валил я его не один раз, но лишнее, конечно, вырежу. Это будет гораздо быстрее в итоге, чем было здесь у меня. Но, тем не менее, мы здесь пока немножечко остановимся отдохнуть, а продолжим проходить в следующий раз именно с этого места. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, комментируйте это видео, ставьте лайки и увидимся с вами уже завтра. Все, пока!